Манька, кошка, доебывает Сэмку. Вот по сути Сэм это такса, охотничья собака. А Манюшка, лапочка наша, хотя девочка ты моя такая красавица. Да, зайка это наш. Несмотря на то, что Сэм вырастил вот эту вот маленькую Шкоду, поэтому Сэм ее не трогает. Но те коты, которые на улице, Сэм готов разорвать. Вот. Но Манюшка для него как сестра, на самом деле. Не знаю, там сестра там или там кто еще. Вот. И Манька, она его так докапывает, она его бьет, она его кусает, она там делает с ним все, что она хочет. Сэм терпит, на самом деле, потому что он ее воспитал, она была вот в мою руку, она была меньше ладони, и он ее защищал все время. То есть мальчишка молодец, это было примерно 3 года назад. Вот. Мальчишка наш молодец, да, Сэмка? Тя? Ти, собака лобака, покажи мордочку свою. И вот, Манюшка. И вот, вот эти вот две Шкоды растут. Одна из них доебывает другого. Вот эту вот охотничью. У него пасть вся черная. То есть он злой сам по себе. Вот. И вот эта вот маленькая Шкода, серенькая, мы ее все любим, мы ее все обожаем. Где? Вот он. Вот он такой злой убийца. Ну-ка, Сэмка, покажи. Стой, стой, покажи. Кусает меня. Там настолько все... Где? И... Там настолько все черное, там белого ничего нету. Это настолько злая такая собачата. Ну вот со мной, с нами, в нашей семье, данная собачата. Это такой ласковый такой придаток. Да. Вот так вот, да? Ты зайка наш такой. И вот Манюшка сидит. Я? Мань. Манюш. Чего ты? Ревнует, конечно, ревнует, как бы и Манька ревнует, и Сэмка ревнует. Все хотят ласки, вот, и чем больше каждому даешь, тем больше ревнует другое животное, как бы, потому что все не любят. Вот, но стараешься как бы не обделять. Вот, и Манюшку потискать, как бы, и Сэмку тоже там, блин, вот. Такой массаж, такой вот я такого не получаю ни от кого, на самом деле, как получает моя собачата. Вот. Поэтому как-то так. Любите своих животных. Вот. Мы в ответе за тех, кого мы приручили, на самом деле. Вот. Манечку нашла моя женушка любимая. Моя лапочка, которую я буду любить, любил всегда-всегда. Вот. А Сэмка у нас потеряшка. То есть он где-то отвязался от хозяина, где-то может быть. Вот. И кто-то его нашел и нам его отдал.
И вот эта Шкода теперь у нас холеный такой. Мы его балуем. Он, конечно, по жопе тоже получает. Ну, не часто, но время от времени. Да, Сэмка? Челапочка такой. Да. Да. Ты зайка наш?